Приветствую вас, друзья, поздравляю вас с праздником Песах. Это удивительное время, когда у каждого из нас есть достаточно возможностей, достаточно пространства в духовном мире для того, чтобы подумать о том, что происходит в нашей жизни, для того, чтобы принять какие-то простые указания от Бога, для того, чтобы просто остаться в живых, спастись и выйти из дома рабства, в котором мы находились. И это рабство может быть разное. Это рабство может быть рабством греха, это может быть рабство каких-то старых устоев, привычек. Это может быть масса вещей. И сегодня Господь проговаривает в наше сердце и говорит нам, что Он может пройти мимо и позволить нам выйти из этого рабства и не погубить нас в этом рабстве. И наша задача просто обратить внимание на те вещи, на те знаки, которые Бог показывает нам, чтобы мы действительно двигались в Его направлении. Написано в Писании, что Он ходил перед станом Израиля в виде столба огненного и столба облачного. То есть Бог был всегда видимым для израильтян, пока они находились в пустыне. Потому что когда мы проходим пустыню, если вы когда-нибудь там были, вы видели, наверное, что у вас непонятно, где восход, где закат, особенно когда солнце стоит в зените. И нужно очень долго ждать, пока оно начнет садиться, чтобы понять, где запад, где восток. И Бог просто вел израильский народ, Бог вел израильский народ в обетованную землю. И когда фараон уже понял, кто в доме хозяин, он отправил израильтян служить в пустыню Богу, говорит, идите и служите Богу вашему, совершите там служение, как вы и говорили. И если это служение действительно от Бога, и это служение Богу, то у него всегда будет плод и всегда будет результат. И вы знаете, можно очень долго говорить о том, что служение может быть только на какой-то определенной позиции, там лидерской, не лидерской, там служительской, не служительской. Но дело в том, что позиции распределяют люди, а вот служение дает сам Бог. И если мы действительно в этот момент служим Богу, служа людям, то у этого служения будут плоды, и эти плоды мы приносим именно Господу. И, к сожалению, во множестве раз мы убеждаемся, что люди приносят свои плоды людям для того, чтобы они их оценили. И вот в этот момент нужно просто сейчас именно в Песах взвесить, а кому мы действительно служим? Людям мы служим? Или мы все-таки служим Богу, служа людям? И кому мы приносим эти плоды? Людям для оценки? Или все-таки мы приносим их Богу? Потому что иначе повторится история с Каином и Авелем, когда Бог презирает на жертву одного, а второй за это убивает того, на чью жертву Бог презрел. Только потому, что один пытался угодить людям или пытался угодить своим каким-то желаниям, а второй пытался угодить Богу. И поэтому, когда мы смотрим на плоды служения, нужно посмотреть, а плоды ли это действительно, или это просто какая-то фикция, которая исчезла служение, исчезли и плоды. И вы знаете, можно, конечно, человека лишить какой-то позиции, и люди на это способны, особенно когда идет выяснение отношений. К сожалению, в современных церквях это происходит. Но никогда невозможно лишить человека плодов его служения. Если он действительно служит Богу, Бог не даст в это вмешаться никому. Ни один человек не сможет. Ни одно оружие, написано, которое будет направлено против вас, не преуспеет. Потому что Бог создает защиту, Бог создает вокруг нас стену, которую пробить невозможно. И что бы ни делали другие люди, помните, что Иерусалим был низложен несколько раз, но настолько это Божье повеление, что в Иерусалиме все-таки существовал израильский народ, и там стояла скиния собрания, и там стоял храм, Иерусалим всегда восстанавливался, что бы ни было. Потому что приходили люди и разрушали его, но Бог всегда восстанавливал. Писание говорит, если Бог не созиждет храма, напрасно трудился строящий его. Если Бог не защитит город, напрасно бодрствовал страж. Поэтому нам нужно просто бодрствовать, нам нужно всегда быть в правильной позиции сердца по отношению к тому, кому мы служим, как мы служим и какие плоды мы приносим, а самое главное, кому мы эти плоды приносим, кому мы собираемся угодить этими плодами. И если вы действительно приносите эти плоды Богу, если эти плоды действительно приносятся от чистого сердца в правильной позиции, то что бы вам ни говорили, какие бы обвинения вам ни выдвигали, как бы вокруг вас ни спорили, как бы кто ни претендовал на вашу позицию в вашем служении, плоды будут всегда ваши, плоды будут вашего служения. И эти плоды будут принесены Господу. Поэтому просто смотрите на то, что происходит. Не написано, не судите по внешности, судите судом праведным. И внешность, она не только внешность человека. Внешность, она еще и внешние проявления. Что происходит вокруг? Судите судом праведным, потому что мы должны посмотреть на ситуацию Божьими глазами. Мы имеем ум Христов, и мы в состоянии смотреть на ситуацию Божьими глазами. Плоды.
Писание говорит, по плодам узнаете их. О чем он говорит? Он говорит о том, кто его ученики. Ученики это те, чьи плоды заметны в Божьем Царстве. И я желаю вам в этот Песах пойти и совершить служение Богу. Идти за Ним, не роптать. Идти и просто делать то, что Бог заповедал. Он просто всего-навсего просит подчиниться Его заповедям. Написано, кто любит Меня, заповеди Мои соблюдет. И если мы будем соблюдать заповеди Господни, подчиняться Богу, смиряться перед Богом, смиряться перед Его волей, не пытаться угодить людям, не пытаться войти в какое-то непонятное состояние вины перед людьми, а только смотреть на Бога, идти ко Христу и Его сделать символом своего спасения, вот в этот момент будут плоды. Плоды, которые Бог будет сеять, взращивать и насаждать в Эдемском саду нашего с вами сердца. И я еще раз поздравляю вас с праздником Песах. Я желаю вам хорошего, легкого и быстрого, самое главное, качественного, с точки зрения Бога, конечно, исхода из того дома рабства или того дома, который вам не угоден сегодня, из тех, в котором вы проживаете, я имею в виду не физический дом, конечно, а дом, в котором вы находитесь, землю, ту, из которой вы хотите уйти, в землю обетованную, легкого и быстрого. Хаг Песах кашер в Самеах. Пока.